Егор Борисов взял на личный контроль проблему самовольно построенных в Якутске объектов. Руководитель региона посетил объекты, построенные фирмой «Новая Якутия» на улицах Красильникова и Зодчих в городе Якутске. Все эти объекты, по утверждению властей города, являются самовольными постройками и должны быть снесены по решению суда. По итогам объезда Егор Борисов дал поручение министру архитектуры и строительного комплекса республики подготовить перечень всех проблемных жилых домов и социальных объектов, построенных самовольно на территории города Якутска. Город Якутск, все спорные объекты поищите и на мой суд поставьте. Я посмотрю, как это делать. В течение одного месяца делать, потом уже. Это иначе это будет продолжаться. И они будут сами по себе вести, и город сам по себе будет пропадать. В результате будут страдать люди.